В Твери стартовала ремонтная кампания в школах и детских садах, которую по традиции проводят в летний период. К началу учебного года готовят классы, а также ремонтируют помещения, чтобы поэтапно ликвидировать в школах обучение во вторую смену. В 15-й школе при ремонте класса применяются только современные материалы. Вот эти панели по новым требованиям окрашены в пастельный цвет. Они абсолютно безопасны, и дети не смогут их повредить. Ну вот мы вам можем продемонстрировать, что они не повреждаются вообще. Вот видите, молоток. Панели не повреждаются. Они не горючие, еще раз напоминаю, и абсолютно безопасны для детей. В этом кабинете также отремонтируют пол и потолок. Ранее здесь проводились только дополнительные занятия. А после ремонта и закупки всего оборудования будут проходить полноценные уроки. Кроме того, один из классов удастся перевести из второй в первую смену. Это удобнее как для детей, так и для педагогов. Как правило, вся досуговая деятельность детей осуществляется во вторую смену. Это секции, это кружки по интересам, это музыкальные школы. И, конечно, родителям корректировать расписание детей с учетом обучения во вторую смену очень сложно. Больше 5 лет в Твери действует программа по ликвидации второй смены. В этом году в нее попали 51-я и 15-я школы. В рамках программы ремонтируют дополнительные помещения, в которых можно будет проводить уроки. Это позволит увеличить число учеников, обучающихся в первую смену. По 100 человек новых мест мы открываем каждый год. Но если взять на протяжении 5-10 лет, это уже сумма выглядит достаточно солидно. 1500 мест – это уже по размерам практически новая школа по масштабам. Также продолжается строительство новых школ. В прошлом году ученики впервые отправились за знаниями в новое учреждение в Юности. Ведется строительство точно такой же школы в Радужном, а также запланировано в микрорайоне Южный.